День добрый, на связи МКВовский! Сегодня мы продолжаем с вами проходить замечательную игру Crash Bandicoot. И сегодня мы будем проходить с вами четвертый уровень Boulders. Камни, дословно можно перевести. Кус, не знаю почему перевел кус, но я говорю, тут переводчик такой довольно специфичный. По-моему, это тот самый уровень, который был в первой части. Тут, мне кажется, гему мы получим с вами, потому что я не видел запрета, но посмотрим. Да, похож, по крайней мере, на тот уровень, Uncharted 4, по-моему, он и был этот уровень. Ну, тут несколько уровней, где надо бежать от камня назад, в разных частях они разные. Но просто вот к сведению. Пока никаких сложностей нету, все проходит на изи, спокойненько. Абсолютно изи, я бы сказал бы. Тормозить нельзя, иначе камень нас раздавит. Но это, по-моему, очевидно. Да, отлично, проскочили мы. Все соберем. Затормозили на ящике. Мне кажется, догнал нас. Но мы же... Ладно, Shift Select, потому что, как уже сказал, во-первых, мы с чекпоинта стартуем. Но тут не важно, чекпоинта, не чекпоинта, на самом деле. Все равно нам ничего не дадут. Ничего, одну жизнь мы потеряли. Не знаю почему. Неужели мы так сильно тогда на камни залипли? Бежали вперед. Ну ладно, ничего не критично. Яблоки мы прям так за каждую единичку заморачиваться не будем, это не критично, в конце концов. Потому что я говорю, 100 яблок, одну жизнь вы можете легко слить. Я-то не сливаю, потому что, как правило, потому что я эту игру, как вы помните, рассказал, одна из моих самых любимых, сколько я в нее играл. Все, что тут лазейки, знаешь, места, наизусть все заучено, по сути дела, запомнено. Я помню, как я это все выискивал, это было что-то с чем-то, конечно. Но это отдельная история, я думаю. Может быть, как-нибудь мы об этом поговорим. Как я играл раньше в Crash Bandicoot, да? Ну, что-то типа этого. Ну, ладно. Продолжаем. Уровень несложный, на самом деле, один из легких. Потому что нет вот этих крутилок, на самом деле, это облегчает нам работу. Первый остров, он вообще несложный, на самом деле. Там на втором, на третьем будет пожестче. Ну, я думаю, это вы понимаете, что чем дальше в лес, тем жестче. Ну, там уже, кстати, и не лес будет, там будут локации поинтереснее. Но лес тоже интересен, конечно же. Жестко за нами бежит. Фух, отлично, оторвались. Да. Взяли. Ну что, взяли, да? Я думаю, взяли. Должны, по крайней мере, взять. Да, вторая гема у нас. Та-да-да! Да, взяли мы. У нас теперь две гемы, два бриллиантика. Это нам нужно, понятное дело, для концовочки. Да, сохранимся. Когда получаешь гему, я так полагаю, уровень тут... Видите, что нам опять уровень не засчитали. Засчитывают саму гему. Такая вот особенность в игре есть, но уровень перепройти, как правило, не проблема здесь, особенно если просто пройти уровень. Плюс вы сможете на нем все жизни пособрать все в этом духе, да? Ну что, на связи был МК Абацкий, мы проходили с вами четвертый уровень Crash Bandicoot, Baldur's, камни, мы его прошли. Было на самом деле несложно, одну ошибочку мы совершили, но я даже не знаю почему, вы видели, я бежал прекрасно, идеально, чуть-чуть, может быть, затормозили когда-то на одном ящике, но неужели за это он нас догнал? Я говорил, игра хардкорная, она не терпит ошибок, так что вот просто к слову вам это говорю. Ну что, на связи был МК Абацкий, всем спасибо за внимание, всем пока.